призраки существуют. Я видела их всегда. Привидения? Подумать не могла, что твоя книга о них. На мой взгляд, очень талантливо. Правда? Знаете, там, откуда я родом, к призракам относятся серьезно. Я вижу, семья Шарпов вас очаровала. Эдит, это моя сестра. Но, прошу, будьте осторожны. Я чувствую, что наши сердца связаны невидимой нитью. Как вы управляетесь таким домом? Привилегия по праву рождения, от которой нельзя отказаться. Вы не могли бы дать мне запасные ключи? Вам это не нужно. В некоторых частях дома небезопасно. Берегись такого пика. За этими древними стенами. Во тьме. Кроются тайны. Томас! В этом доме кто-то умер? Если ты здесь, подай мне знак. Странные, насильственные смерти. Такой старый дом, как этот, со временем начинает жить своей жизнью. Он дорожит собственными секретами, оберегая и хорошее, и плохое. И то, о чем лучше не вспоминать. Тебе нужно? Багровый пик.